Как сегодня жарко, слушайте, это ж вообще капец. Я даже вышла поубирать ботву от огурцов. Думала и кукурузу выкопать, но уже устала. Пока тоже бочки все помыла, попрятала, которые для дождевой воды тут у меня стояли. Ванна, бочки две. Вот она, тачечка еще. Прорвала огурцы, удалила с грядки. И вот это хотела еще кукурузу выкопать, потому что я устала. Еще там и помидоры поспели. Опа, какие красные. Фасоль еще надо порвать, как посохнет. Ой, сколько еще помидор. Я мне уже сказала, что все, они еще вон тут пеют, и еще висят и зреют. Класс. Какие. Красавчики. Вот что значит урожайное лето на помидоры. Ну, правда, больше ни на что. Вон, какие висят на солнышках. А тут перец вообще. Вот. Это всего лишь один кустик. Только взгляните, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать торчей. На одном кустике. С этой стороны. Смотрите, куст. На нем 20 перчиков висит, как на елке. Что я с ним делать буду, не знаю. Он такой острющий. И это ж не один, а самый. Это просто самый большой в ряду и самый такой обидный. Короче, надо еще убрать будет урожай. Ой, эти еще даже какие-то успели тут еще завязаться. Они все... Не, я все обрывала, я ничего не оставляла на этой, на сакуре. Это уже успела с тех пор еще что-то тут образоваться. Вот, так что у меня еще не весь урожай убрать. Вот, там еще помидоры, фасоль и перец. А капуста, конечно, никуда не годная. Ну что это вообще? Смотрите, что это такое? Вот, размеры, конечно, не вот покрупнее один. Нет, наверное, вот самый крупный. Вы видите, что печаль вообще какая-то, а не капуста. Ну, просто такой запахи у нас еще, наверное, никогда не было. Добавок ко всему. Вообще, еще и бонус. Вот. Два огурца нашлось. Как жалко, что лето заканчивается. Зима такая подсказка. Как вспомнишь прошлый год, свет отключай. Постоянной темноте. Мало того, что уличного освещения нет. Но то еще спасало, что снег был. Ну, правда, откидать приходилось часто.